Правительство Верхней Волжи внесло изменения в государственную пятилетнюю программу «Лесное хозяйство Тверской области». Корректировка документа позволит ускорить процесс модернизации предприятий этой отрасли. Речь о двух лескомбинатах, которые успешно работают в этой сфере. Благодаря решениям, принятым властями региона, они смогут приобрести новое оборудование, получить субсидии. Все это в сумме даст возможность заметно повысить уровень переработки леса. В итоге сильно вырастет конкурентоспособность наших фабрик, в том числе и по сравнению с зарубежными коллегами. Надеемся, что данный проект станет ежегодным для отрасли, потому что сегодня к нему проявляют внимание предприятия отрасли, которые хотели бы тоже пойти. Сейчас готовят документы, готовят заявки на участие в программе модернизации по повышению переработки лесной продукции на территории лесного сырья на территории Тверской области.